Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Я смотрю, многим прям загорелось жилой комплекс, который я рекламирую. Да, немножко я вам наврал, там все-таки не 20% скидка, а некоторые квартиры идут 28% скидки, а у некоторых квартир идет 15% скидки. В любом случае, это большая скидка, и кто бы что там не пытался говорить, что хорошие объекты со скидкой не бывает, нет, это все ваше заблуждение. Я могу сказать со 100% уверенностью, просто почему образовалась такая скидка на тот жилой комплекс, который мы сейчас видим? Ответ очень прост. Сейчас одновременно строит застройщик три дома, приспичил деньги, потому что он хочет все-таки до Нового года взять и дома достроить. Поэтому и решено было в целях активности по продажам, да, немножко, чтобы у нас продажи увеличились, взять и продать квартиры по акции. Я вам сразу говорю, вы альтернативу лучше и дешевле в Сочи не найдете, это первое. Второе, что касается застройщика. На данный момент у этого застройщика построено 22 дома. 22, не один дом, не два, не три, а 22 дома. Все объекты этого застройщика, они построены и они находятся со всеми документами. И в этих жилых комплексах живет очень много моих клиентов. Если вдруг нужно, я возьму и соберу отзывы. Это у нас тот же самый и Вячеслав живет, который живет у нас в немецком квартале 4. Это у нас живет и Татьяна, которая живет в жилом комплексе Весенний 12. Тут же у меня очень много знакомых, которые сейчас уже даже риэлторами работают. И когда я к ним подошел и спросил, да, спустя полгода, я говорю, скажите, пожалуйста, вот ты сейчас работаешь риэлтором, много жилых комплексов видишь. Вот что бы ты сейчас выбрал бы, если бы стоял перед выбором квартиры? И в итоге сказали у нас одно и то же. Макс, ты нам дал лучший объект, потому что вот мы живем и просто нарадоваться не можем. Все очень удобно, все. Эти слова мне реально дорого стоят. Если кто-то считает, что это место плохое, да, и застройщик плохой, непорядочный и тому подобное, пишите в комментариях. Я с большим удовольствием отвечу на этот комментарий и смогу обосновать, почему, например, человек этот ошибается. Потому что мне в глаза пока ни один не сказал, что я ему продал плохой объект. Но вот есть объекты, которые ты продаешь, и у тебя гордость за застройщика и гордость вот именно за объекты. Это как раз у нас и относится немецкий квартал 1, 2, 3, 4, 5, жилой комплекс Весенний, жилой комплекс Поэт. Я могу сказать, что на данный момент это самое лучшее соотношение цена, качество, расположение. И, конечно же, если кто-то берет квартиру под сдачу, этот район просто пользуются бешеным спросом именно на долгосрочную аренду. Почему долгосрочная аренда там пользуется спросом? Ответ очень прост. До центра мы доезжаем без проблем, по хорошей дороге, не петляем мы, как, например, как на Лысой горе, да, вот там по горам, по серпантинам. Не стоим мы в пробке, к примеру, как в Адлере, да, не стоим мы в пробке, как на Донской, не стоим мы в пробке, как на Виноградной. Мы едем по хорошей, классной дороге, что туда, что обратно, по дороге с односторонним движением. И везде у нас две полосы, везде две полосы у нас в каждое направление. Не одна полоса, там не полполосы, а именно в две полосы. С парковками, опять же, проблем нету. Был у нас период, когда когда у нас были проблемы с пропиской в жилых помещениях. Я могу сказать, что в немецком квартале, и в том числе у них дома есть, где построены на собственной земле, а есть где на арендованной земле, никогда в жизни у них проблем не было. Очень мощные юристы, которые всегда идут навстречу своим жильцам. У них своя управляющая компания, которая с большим удовольствием может помочь вам сдавать квартиру, да, если надо там посуточно, значит посуточно, если нужно долгосрочно, значит долгосрочно. Если кто-то из вас спросит, там есть ли там рядышком детский сад, нет, детского садика нету, но детские сады начинаются в радиусе 1,5 километра. Но опять же, эти 1,5 километра можно преодолеть спокойно на автобусе. Автобус там ходит, притом ходит завидный, так скажем, завидной регулярностью, уходит раз в 7 минут. Большинство у нас объектов, да, ну, например,
возьмем с вами в Адлере, там некоторые объекты, там автобус ходит раз в 40 минут. Возьмем мы с вами объекты, которые находятся на Тимирязево, примерно такой же ценовой категории, то тоже очень долго. Сейчас мы с вами едем не спеша, не дыша, и я хочу посмотреть, сколько же ехать, например, если кто-то из вас будет работать в центре, а в центре это именно морской вокзал, если будет, например, добираться до непосредственно своего дома. Сейчас мы это все замерим с вами. Какие плюсы? Плюсы — это то, что две остановки, да, две автобусные остановки, и ваш ребенок попадает в лучшую гимназию. Гимназия — это номер 9, где спокойно еще ни одному моему клиенту не отказали в том, чтобы ребенок там обучался. Хорошая администрация в школе, хороший директор школы, который не вымогает с вас никаких взяток, ничего, и берет с большим удовольствием ваших детишек. Опять же, да, сейчас скажут, вот, до нее пешком не дойти. Да почему же пешком дойти? Пешком дойти, просто пешком придется идти вашему ребенку 30 минут. Но 30 минут идти по тротуару, не по проезжей части, а по высокому безопасному тротуару. Транспорт у нас переходит в улицу, которая называется 20-я горно-стрелковая дивизия, и эта же улица у нас переходит в курортный проспект. Сейчас мы с вами доехали как раз вот до того места, да, доехали мы с вами до курортного проспекта, где у нас будет поворот именно на улицу Транспортная через 20-ю горно-стрелковую дивизию. Здесь у нас везде оборудованы хорошие остановки. Здесь у нас за счет того, что есть у нас объездная дорога, расположение считается просто потрясающим. Если честно, я очень сильно стоял вот перед выбором, очень сильно сомневался, что лучше взять «Мелодию леса», либо взять немецкий. Но на тот момент «Мелодия леса» была интереснее по цене, я взял себе «Мелодию леса». Опять же, там рядышком есть у нас такие моменты, как спортивные залы, магазин «Пятерочка», магазин «Магнит» и много чего интересного. Вот смотрите, вот она, та самая развилка, и мы сейчас с вами возьмем и поедем вот именно под мост. Вот с правой стороны там периодически пробки бывают, потому что в двух местах там сужение дороги, где две полосы переходят в одну полосу. Здесь у нас стабильно везде две полосы. Вот тут вот, вот тут, да, вот давайте немножко остановлюсь и покажу вам. Вот здесь у нас, вот она красивая, да, это у нас школа. И именно здесь у нас идет автобусная остановка, где детишки могут взять спокойно и попасть в 9-ю гимназию. Отсюда, если, например, брать, да, вот сейчас я тоже для интереса засеку, секундочку, засеку километраж. Вот здесь вы видите с правой стороны хороший, безопасный тротуар. Таких тротуаров в Сочи по пальцам можно пересчитать. Поэтому ваш ребенок может спокойно двигаться вот именно по тротуару. И вы можете не переживать, что его может сбить или еще кто-то. Здесь у нас светофоры, которые всегда работают. Соответственно, если ваш ребенок различает два цвета, зеленый и красный, то он всегда беспрепятственно может сюда дойти пешком. Опять же, либо доехать у нас на автобусе. Что касается автобуса, так как он находится на конечной, то беспрепятственно можно до отсюда доехать, беспрепятственно. Здесь у нас, как вы видите, тоже по две полосы в каждом направлении. И здесь, опять же, что с левой стороны, что с правой стороны, хорошие, безопасные тротуары. А это очень-очень важно. К примеру, в Соболевке до школы идти немножечко травмоопаснее, потому что там нет тротуаров. Здесь в этом отношении выигрывает. Что касается у нас подъемов, да, как вы видите, здесь у нас хорошая горизонтальная поверхность, нет резких подъемов, но до подъема мы с вами еще доедем. Здесь это же расстояние, да, где я показал, где школа, там же находятся у нас и все спортивные секции. Если мы вот здесь уйдем с вами направо, мы с вами легко сможем попасть, минуя всего, да, можно доехать, к примеру, до Виноградной, можно доехать до Гомыса. Если мы здесь повернем с вами направо, то здесь мы сможем спокойно доехать до Адлера без единого светофора, просто спокойно по дублеру. Это тоже огромный плюс. Смотрите, вот здесь вот у нас, да, с правой стороны, у нас заезд идет на
в район, который называется Раздольная. Вот в Раздольном нас встречают сразу очистные сооружения. И, конечно, это минус. Но очистные сооружения, они у нас находятся в низине. Поэтому весь запах у нас, если какой-то появляется, он внизу. Его не может взять просто и развеять вот до этих домов, которые находятся у нас уже на пригорке. Опять же, повторюсь, здесь мы едем, хороший у нас безопасный тротуар и с правой стороны, и с левой стороны. И сейчас мы все-таки с вами доедем до немецкого квартала и посмотрим, что же нам дает по акции тот или иной застройщик. У застройщика просто безупречная репутация. Ни один дом не подвергался никакой критике со стороны властей, ничему. Вот здесь, да, у нас заезд, да, вот отсюда, вот именно до отсюда, мы с вами проехали расстояние 2 километра. Здесь, да, есть ступенечки, здесь есть подъем. Но если, например, брать немецкий квартал 4, то у нас подъем довольно-таки протяженный, далеко и далеко, и далеко. Здесь мы с вами проехали сейчас в данный момент 100 метров, вот, 100 метров, и повернули направо, не доезжая немецкого квартала 1, немецкого квартала 2, немецкого квартала 3, немецкого квартала 4. И вот здесь мы с вами оказались, вот этот вот домик у нас как раз вот и продается по акции. Сразу говорю, земля в собственности, статус идет жилое помещение, улица водораздельная 45/1, и могу сказать одну простую вещь. В целом, ну, говорю, ну, 100 метров можно подняться. Это все равно, что-то подняться на, не знаю, там, на второй этаж, не больше. Надо ступеньки просто посчитать здесь и посмотрим, что же у нас происходит там. Да, и смотрите, сейчас мы зайдем с вами, посмотрим, про какую стройку я вам говорил. Вот она, строечка одна идет. И сейчас покажу вам еще одну стройку. Вот так выглядит домик. И вот здесь у нас вторая стройка. Вот она. Именно на нее нужны, вот на эти два дома нужны деньги. Плюс еще третья стройка идет у нас на Лысой горе. Вот так примерно все это выглядит. Никогда в жизни здесь ничего не воняло. Вот они, дома, которые построены. Люди живут. Стройка идет даже в воскресенье. А мы сейчас зайдем вот в этот домик и посмотрим, что же нам дает, какие квартиры нам дают по акции. Ну и, конечно же, спокойно можно подъехать на любой машине. Вот сейчас покажу, что мы спокойно доехали без грязи, без ничего. Все довольно-таки неплохо. Итак, давайте начнем с вами. Это первая квартира, она 33 квадратных метра, высокий потолок. Она идет в черном варианте. Квартира стоит 2 миллиона 850 тысяч рублей. Дополнительно 20 тысяч рублей доплата за газ, именно за подключение. Высокий потолок. С первого этажа у нас вид на соседний дом, который будет, но он находится далеко. Ну и также видно горы и все остальное. Типовая однокомнатная квартира, 33 квадратных метра. С хорошим большим коридором. И цена вопроса 2 миллиона 850 тысяч рублей. Плюсы этой квартиры, что можно ее перепланировать как вам нужно. Например, я бы взял бы и, наверное, сделал бы эту комнату чуть поменьше. А здесь бы сделал кухню с гостиной побольше. Но это мое видение. Мы все с вами разные. Итак, вторая квартира в этом же жилом комплексе, именно номер 2, это квартира с ремонтом от застройщика. Конечно, ремонт прям не такой, прям не сказать, что вау, круто, вау. Нет, обычный ремонт, эконом-вариант, но плюсы — это 42 квадратных метра, цена квартиры 4 миллиона 100 тысяч. Вы скажете, Макс, 100 тысяч за квадрат — это нормальная цена? Ну, она не ниже рынка? Нет, на самом деле основная фишка, сейчас я вам покажу, основная фишка — это же, конечно, не ремонт, который здесь сделан, не в том, что квартира распланирована в двухкомнатную квартиру, не в том, что здесь можно просто повесить радиаторы и уже жить.
не в том, что здесь нет дополнительных оплат, не в том, что здесь высокие потолки, а в том, что здесь у нас имеется вот такая терраса 27 квадратных метров. И, соответственно, на этой террасе вы можете поставить диван, вы можете взять, не знаю, там мангал поставить при желании. Вот, посмотрите, это просто классно. Высокая, с навесом. Вот это и есть фишка. В любом другом жилом комплексе за это с вас возьмут доплату. Здесь эта квартира с ремонтом, в которую можно заехать и жить от застройщика, стоит 4 100 000. 42 квадрата плюс 27 квадратов терраса. Высокие потолки. При желании здесь можно сверху сделать гардеробную. Хотя зачем нам какую-то, не знаю, делать манипуляцию с кладовками, когда здесь у нас просто потрясающая у нас терраса. Идем дальше. Квартира номер 4. Здесь, конечно, вы скажете: Макс, ты нам что показываешь? За 1 900 000 ты нам показываешь какую-то ерунду. И я с вами частично согласен, какой здесь санузел. Но главная фишка именно вот этого, вот этой квартиры, это наличие сверху антресоли. Такая вот большая антресоль. И тем самым, там полноценное спальное место. Понимаете, полноценное спальное место. Если здесь можно сделать кухня, да, будет просто кухня, а наверху, все равно мы только спим наверху, там у нас можно поставить кровать и спокойно уже спать. Поэтому получается, по сути, такой выход для тех, кто хочет сданный дом за 2 миллиона, при этом не хочет он студию. Здесь очень хороший вариант. Идем с вами дальше. Эта квартира стоит 3 570 000. Чем она, эта квартира, хороша? Ну, во-первых, здесь 50 квадратных метров, здесь хорошее остекление, с окон идет неплохой вид, неплохой вид идет на, получается, на горы, на стройку, само собой разумеешься. Ну и, конечно, это типовая однокомнатная квартира, но квартира большая, с хорошим балконом, с большим балконом. Стройка кипит, стройка идет, именно на эту стройку нужны деньги. Ну и здесь уже обычные трехметровые потолки, здесь хорошая большая кухня, и в целом все довольно-таки неплохо. Но опять же повторюсь, это не самая выгодная квартира в этом доме, самую выгодную мы посмотрим сейчас в следующем подъезде. Ну и давайте посмотрим еще одну квартиру на втором этаже. Квартира 60 квадратных метров, и стоит эта квартира 4,5 миллиона рублей. Нас встречает санузел, здесь уже полностью сделана электрика, как вы догадались. Это у нас кухня, кухня довольно-таки неплохая, обычная, маленькая, с балконом. Здесь у нас вот такой вот вид на улицу Яна Фабрициуса, на стройку, здесь еще одна стройка. Про что я вам говорил, да, три дома строятся одновременно. Здесь у нас сделана разводка вся, посмотрите. Сделана чистовая стяжка пола. В принципе, остается только отштукатурить стены и вперед из песни. Здесь у нас распланировано в три комнаты. Получается трехкомнатная квартира, но одна из них проходная. Итак, кухня раз, коридор. Здесь у нас спальня. Здесь у нас, наверное, зал по логике. И вот тут у нас еще одна комната. Еще одна комната. Здесь можно сделать либо шкаф встроенный, либо можно здесь сделать дополнительный санузел. Что касается меня, если бы я купил бы эту квартиру, то я бы эту стену полностью снес. Эту стену полностью снес бы. И в итоге у нас получилась большая кухня-гостиная. И получилось бы две спальни. Получилась бы евро-двушка. Но она гораздо была бы интереснее, практичнее, чем трешка. Хотя, кому как. Если у кого-то много детишек, то такой вариант, я думаю, будет для вас даже лучше. Но я все равно думаю, что кухня с гостиной должна быть совмещенная. Итак, заходим мы с вами во второй подъезд. Квартира у нас носит 18 номер. И эта квартира 40 квадратных метров.
и стоит она 4 миллиона рублей. Итак, тоже здесь есть у нас ремонт от застройщика. Квартира распланирована в две изолированные комнаты, высокий потолок. Ну и, конечно же, здесь у нас уже в коридоре плитка, в комнатах у нас ламинат. Еще одна комната есть такая небольшая. Здесь у нас полностью сделан санузел. Обычный санузел. Я думаю, над санузлом можно сделать у нас кладовку. Ну и, конечно же, кухня. 4 миллиона рублей. И вы опять скажете: Макс, ну это 100 тысяч за квадрат с ремонтом, это нормальная цена. Да, она нормальная цена, если бы здесь не было вот такой вот веранды в 27 квадратных метров. Поэтому здесь цена становится не просто привлекательная, а просто хорошая, сладкая. Вот здесь у нас уже живут соседи. И вы видите, что уже у соседей стоит диванчик, собачка и все остальное. Я считаю, что просто супер, просто классно. Здесь можно так обалденно обыграть, что не знаю. В общем, я бы от такой веранды никогда в жизни не отказался. Старая цена квартиры 5 миллионов рублей. Соответственно, скидка 1 миллион рублей за эту квартиру с ремонтом. Остается повесить котел, доплата за котел 20 тысяч, остается повесить радиаторы и, в принципе, все, заезжай, живи. Все это сделают вам по ремонту буквально за, как вы думаете, за сколько? Я думаю, все это вам сделать за неделю. Всего лишь неделю и все. Все готово. И даже потолок здесь делать не надо, потому что он хорошо побелен. Здесь у нас предусмотрены лампочки для освещения. Хорошая получается двухкомнатная квартира типовая за 4 миллиона рублей, где бонусом идет терраса 27 квадратов. Итак, еще одна квартирка есть. Квартира у нас 52 квадратных метра. И она по акции сейчас стоит у нас 4 миллиона 200. Эта квартира уже идет с чистовой отделкой. Не просто побеленные стены, да, не просто оштукатуренные. Здесь у нас уже проводка выведена. Здесь у нас уже выведено отопление. И здесь у нас хорошая такая кухня. Здесь тоже уже все сделано, да, все выведено. И коридор большой, где можно поставить огромный шкаф-купе. Ну и, конечно же, здесь у нас одна спальня с таким хорошим остеклением. И вторая спальня с выходом на балкон. С балкона у нас идет вид на улицу Яна Фабрициуса. В целом, довольно-таки неплохо. Цена квартиры 4 миллиона 200. Здесь у нас остается кинуть ламинат. Здесь у нас остается взять и вставить розетки. Ну и, конечно, либо обои клеить, либо просто оставить так, и уже можно, в принципе, здесь жить. По большому счету, довести квартиру до логического завершения вам потребуется всего лишь 2 недели, не больше. Ну, 2, может быть, 2,5 недели. 4253 квадратных метра. Второй подъезд, третий этаж, аналогичная квартира. Те, кто хотят этажом повыше, цена такая же, 4 миллиона 200. От этажности цена не меняется. И здесь просто хочу показать вам вид, насколько сильно он поменялся. В целом, я думаю, разницы между вторым и третьим этажом я не вижу. Но за эти же деньги я бы взял бы лучше первый этаж, потому что первый этаж есть по-настоящему высокий. Ну и, конечно, взял бы с террасой, потому что терраса никому никогда еще не помешала бы. Посмотрим еще раз второй подъезд, посмотрим четвертый этаж, он же у нас идет мансардный. Квартира с чистовым ремонтом, с чистовой отделкой. Цена квартиры у нас тоже довольно-таки демократичная. Она стоит 3 миллиона рублей за 37 квадратных метра. Здесь в целом мне эта квартира нравится. Здесь даже сделан у нас натяжной потолок. И за 3 миллиона, в принципе, тоже довольно-таки неплохое у нас предложение. Хорошая кухня. У кухни есть возможность выйти на балкон. На балкон выходить не буду.
здесь у нас сделана стяжка, разводка, электрика. Остается повесить котел, за котел доплата 20 тысяч рублей, за сами документы. И все, в принципе, можно сделать ремонт в течение 2 недель, заехать и жить. Хороший санузел. Единственное, что мне не нравится, это коридор большой, который съедает часть полезной площади. Но в целом довольно-таки неплохо. Этаж у нас последний, мансардный, но при этом у нас потолки здесь не скошенные. Этот же подъезд у нас второй. Цена квартиры 4 миллиона 270 тысяч, 53 квадрата с чистовой отделкой полноценной. Четвертый этаж мансардный. Но смотрите, здесь у нас везде стены ровненькие, потолки ровные, что в принципе никак не напрягает. Единственное, что здесь выдает мансардный этаж, это вот эти вот выступы. Вид у нас неплохой, размер квартиры большой, типовая двухкомнатная квартира, 53 квадратных метра, кухня, санузел и, конечно же, чистовой ремонт полноценный. Именно вот такой вот вариант запросы наших клиентов примерно составляет 80%, чтобы была чистовая отделка, чтобы осталось только наклеить обои, которые вам нравятся, ламинат постелить, который вам нравится, либо плитку. И, в принципе, больше ничего не нужно. Вышли мы с вами на балкон. С балкона у нас вид на рынок Яна Фабрициуса, на улицу Яна Фабрициуса. Там же у нас внизу остается район Метелева, там же у нас гора Лысая. И там мы с вами видим, прямо перед нашими окнами стоит два дома, называется «Панорама Сочи 1-2» от того же застройщика, который построил у нас всех немцев, «Весенний», «Поэт» и тому подобное. В целом, я считаю, тоже довольно-таки неплохое предложение. Отдельно давайте с вами посмотрим у нас, как выглядит дом внутри. По-настоящему клубный дом, 4 квартиры на каждом этаже, все довольно-таки прозрачно. Все довольно-таки опрятно сделано, все сделано красиво у нас. И хорошие перила, плитка. Да, я не скажу, что это дом бизнес-класса, но, знаете, это хороший такой эконом-плюс. Хороший, достойный. В доме, где низкие коммунальные платежи, это 15 рублей с квадратного метра. Ну и одно из достоинств тоже именно этого дома в том, что он полностью сдан, он не проблемный, все коммуникации центральные. Затопление ему не грозит. И сейчас даже мы переходим с вами в другой подъезд, где, на мой взгляд, самые интересные квартиры. Все довольно-таки неплохо. Итак, третий подъезд, квартира номер 33. Квартира у нас с ремонтом. Цена этой квартиры 4 миллиона 75 тысяч. 41 квадратный метр. И при этом здесь, помимо того, что здесь есть такой же ремонт, что, наверное, самый высокий потолок в этом доме, здесь у нас также имеется веранда. Здесь у нас ламинат, тут у нас плитка, здесь у нас ламинат, здесь у нас санузел, который уже полностью сделан, единственное, что здесь лампочки нету. Ну и здесь, конечно же, у нас кухня. 4 миллиона 75 тысяч. При желании здесь можно еще сделать антресоль, так же, как я вам показывал в предыдущем видеоролике по квартире. И давайте выйдем с вами на террасу, посмотрим, что она из себя представляет. Отличный вариант. Прежняя цена квартиры 5 миллионов рублей. Вот такая терраса. Здесь можно хранить у нас и лыжи, здесь можно у нас поставить диван. При желании здесь можно у нас взять и поставить телевизор. И реально сейчас стройка закончится, наслаждаться видом на зелень. Здесь внизу есть озеро для тех, кто любит рыбалку, притом оно бесплатное. Здесь же у нас дома ФСОшников есть. И, в общем, довольно-таки все неплохо. Мне лично нравится. Итак, у нас очередная квартира, номер 37, 39 квадратных метров. И цена ее была прежняя 3 миллиона 985 тысяч рублей. Сейчас эта квартира у нас идет по акции.
И эту квартиру вы у нас можете купить, секундочку, я посмотрю, чтобы не ошибиться, вы можете купить за 3 165 тысяч рублей. Хорошая, добротная цена, хорошие, высокие, даже на втором этаже потолки. Посмотрите, просто огромные. Здесь при желании можно сделать еще один ярус. И, конечно же, здесь чистовая отделка. Здесь у нас уже тоже вся электрика выведена, вся сантехника выведена. Ну и такая вот тоже есть у нас возможность взять и уже под себя подобрать обои, под себя подобрать ламинат. В общем, все довольно-таки неплохо. Я даже сказал бы то, что неплохо. Я бы сказал, что даже очень даже хорошо. Здесь у нас, в отличие от первого этажа, у нас имеется балкон. Но на первом этаже огромная терраса. Если вы спросите меня, я все-таки отдаю предпочтение квартире, которая находится этажом ниже. Потому что я считаю, что там больше можно всего придумать. Идем с вами дальше. 38-я квартира, третий подъезд. Квартира у нас идет с чистовой отделкой. 50 квадратных метров и цена 4 миллиона 50 тысяч. На входе у нас такой большой коридорчик, высокие потолки, как вы уже догадались. Здесь у нас санузел, здесь у нас кухня. И еще раз повторюсь, при желании здесь над коридором и над санузлом можно сделать второй ярус. И там будет у нас гостевая, так скажем, полуспальня для ваших друзей. А друзей у вас будет очень много в Сочи, потому что, когда ты хочешь узнать всех своих родственников, просто переедь в Сочи. Я знаю по своему личному опыту, по опыту своих покупателей. Ну, вот такой вот здесь вид. Второй этаж, хорошая цена, поэтому хорошая планировка, двухкомнатная квартира. Остается совсем немного, стяжка сделана, электрика сделана, отопление сделано, остается прям совсем чуть-чуть. Итак, квартира номер 39, второй этаж. У нас площадь 29 квадратных метров и цена 2 миллиона 790 тысяч. Здесь, конечно, 100 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, не знаю, считаю, что немножко дороговатая. Не та квартира, которую хочется. А дорого она стоит именно из-за того, что наверху сделана антресоль вот такая. И там уже сделана и электрика, и все остальное. Там получается полноценное еще место, где можно спокойно переночевать. Такая студия, ну, студия, так скажем, с сюрпризом, со спальным местом наверху. В целом удобное, хорошее решение, но. Я своим клиентам продал квартиру в этом доме, которая лучше в разы и интереснее, и была за эти же деньги. Но эта квартира тоже имеет право на жизнь, потому что в целом вы получаете такую интересную полуторку относительно не за дорогие деньги. Да, конечно, здесь у нас, можете посмотреть на меня, будет низковатый потолок, но зато сверху у нас будет место, где вы можете взять и переночевать. А здесь у нас будет просто хорошая большая кухня-гостиная, где вы сможете проводить 90% своего времени дневного, а наверху будете подниматься только поспать. Ну, примерно как бы так. Давайте посмотрим еще одну квартиру в этом доме. Квартира номер 40. Мы ее не сможем посмотреть. И, наверное, тоже поднимемся немножко наверх. Посмотрим с вами еще одну квартирку. Квартира на третьем этаже. Квартира у нас 50 квадратных метров. Обычная двушка. И с чистовым ремонтом. И цена этой квартиры у нас относительно тоже недорогая. Ну, конечно, первый этаж он более привлекательный по цене. И по потолкам в том числе. Ну и эта квартира у нас стоит не так дорого. Она стоит у нас... Значит так, она стоит у нас 4 миллиона 60 тысяч рублей. Я могу сказать, что такой чистовой ремонт вам обойдется не меньше, чем 10 тысяч рублей с квадратного метра. Поэтому можете взять и вычесть, и получите у нас непосредственную сумму. Здесь вы видите, да, делают дороги, тот же самый застройщик, все у нас тут заморачивается, поэтому скоро здесь будут подъездные пути, сразу выезд на улицу Яна Фабрициуса, и дорога до центра будет занимать еще меньше времени. Ну, судя по тому, что здесь выведено у нас все для телевизора, это у нас зал, это у нас спальня небольшая, и это у нас кухня.
Здесь, конечно, потолки не такие высокие, как мы смотрели на первом и втором этаже. Но в целом, как бы, кто любит третий этаж, для него тоже это хорошее заманчивое предложение. Ну и давайте посмотрим четвертый этаж, он же мансардный. И цена этой квартиры с ремонтом за 38 квадратных метров 3 миллиона 100 тысяч. Но здесь, конечно же, напрягает скошенный потолок. Давайте я вам покажу, как примерно на каком уровне он находится. Но, кого это не пугает, в целом можно брать. Сразу говорю, все квартиры, которые я вам показал до этого, все квартиры у нас подходят под ипотеку. Да, подходят у нас под ипотеку. За исключением, у меня все разрядилась камера. За исключением у нас квартир, которые находятся именно на мансарде. Поэтому, если хочется взять ипотеку, то мы смотрим все квартиры, которые у нас до четвертого этажа, с первого по третий этаж включительно. Эта квартира у нас с ремонтом, 46-я, 52 квадрата, стоит нам 4 миллиона 350 тысяч рублей. Здесь у нас с собой санузел небольшой. Здесь у нас кухня. И здесь у нас две спальни. Ну, есть скошенный потолок, поэтому врать я вам не буду. Ну, я скажу честно, ну, не самый интересный этаж. Следующий мы с вами посмотрим квартиру 27 квадратных метров. Квартира относительно недорогая. Квартира номер 47. И цена этой квартиры 2 миллиона 210 тысяч. Здесь у нас на редкость большой санузел. Здесь у нас, наверное, шкаф-купе будет. И вот такая получается небольшая студия. Ну, не знаю, ну мне здесь тесно. По сравнению с первым этажом, мне тут тесно. Ну и давайте посмотрим с вами последнюю квартиру в этом доме. 27 квадратных метров за 2 миллиона 250 тысяч рублей. Вот у нас 48-я квартира, она же последняя. И здесь у нас на входе санузел, в санузле даже тоже скошенный потолок. И здесь у нас вот такая комнатка. Вот такая комната. Такая хорошая студия. Ну, опять же, для высоких людей она точно не подойдет. Ну, лично мне здесь некомфортно. Ну что, идем с вами дальше. Итак, приветствую вас, мои друзья, еще раз, не знаю, зачем поздоровался, но мало ли что, вдруг отдельным видеороликом выложу. Итак, идем мы с вами с жилого комплекса, который у нас называется немецкий квартал 5, и мы с вами вот по этой дороге идем, конечно же, куда? Все верно, идем на остановку, потому что у нас ходят мифы, что у нас проще, не знаю, там, сдохнуть, чем дойти до остановки. Сейчас мы это с вами все и проверим. Сдохнуть или дойти называется. Сразу говорю, я сейчас снял все квартирки по поводу жилого комплекса. Немецкий квартал 5, у нас жилое помещение. Наверное, вам будет не особо комфортно, потому что ветер. Но, наверное, главное, надо посмотреть с вами дорогу. Дошли как раз вот до вот этих вот злых ступенек. Здесь мы с вами переходим. И вот тут мы с вами по ступенькам, вот по таким вот, да, берем и спускаемся вниз. Идем с вами вниз. По дороге увидели злого корейца. И смотрите, сразу говорю, по району. Здесь у нас есть два магазина. Это Пятерочка, это у нас Магнит. Есть дополнительно Магнит Косметик, что, соответственно, облегчает у нас жить в этом районе. Далеко ходить не нужно. Но, опять же, буквально 2 километра, и у нас находится торговый центр «Олимп». Что касается по автобусам, здесь у нас курсируют два маршрута. Это у нас единичка, которая сейчас там уезжает, и 47-й, если не ошибаюсь. Ну и здесь тоже у нас ступенечки. И вот здесь, извиняюсь,
И вот здесь вот так вот мы с вами дошли до остановки. К примеру, если вдруг ваш ребятенок захочет брать и ездить в школу самостоятельно на автобусе. Мы идем с вами по безопасному тротуару. Почему не можем сказать о, например, о тех же самых домах, которые у нас находятся в районе Донская, Соболевка, Тимирязева и тому подобное. Здесь мы с вами дошли. Вот они как раз здесь автобусы. И давайте теперь вернемся назад. 2 минуты 40 секунд мне на это потребовалось. Теперь мы дойдем с вами все то же самое, но в обратном направлении. Сразу вам говорю, здесь подъемы, да, в Сочи они везде есть, но здесь он довольно-таки маленький, да. Вот я сейчас прошел, даже не устал. Но как можно устать за 2 минуты? 2 минуты, и вы находитесь на автобусной остановке, где вы можете в любое направление взять и уехать. Тут же у нас ориентир, да, если кто-то не знает, как заехать. Это у нас Рено. Здесь можно было подняться, вот здесь можно было по ступенькам. Давайте здесь, наверное, поднимемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ступенек. И здесь мы, наверное, поднимаемся. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 71, 72, 73, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 65, 66, 67, 68, 69. Извиняюсь. Просто всегда, когда я начинаю снимать что-либо, у меня сразу начинает море звонков проходить. И здесь мы сейчас с вами взяли и спокойно дошли туда-обратно, меньше 5 минут мы дошли с вами до жилого комплекса «Немецкий квартал 5». Здесь у нас остановился Стас, который скрывается от всех. И вот здесь мы сейчас с вами как раз посмотрим, как же у нас снаружи выглядит вот этот домик. Видно, что у первого у нас повыше. И здесь за счет этого в первом подъезде мансарда более комфортная. Ну, в общем, все. Если вдруг вас заинтересовал данный жилой комплекс и вы хотите действительно по хорошей цене купить себе квартиру, то я рекомендую не тянуть, потому что акция действует 3 или 4 дня, если не ошибаюсь, не застройщик сказал. И звонить, я с большим удовольствием вам возьму и помогу. А теперь всем пока.